Да послушай, все это бред, понимаешь? Просто бред сивой кобылы. Хоть какая ты там раскрасавица не была, если ему просто все это настахерело, его это все достало, просто задолбало, и он просто понимает, что зачем ему вот эта вот красота никому не нужна. Если он может себе найти бабу, у которой не сиськи, понимаешь, не письки и жопа с кулак, но он с ней будет счастлив, она просто будет ему душевная. Он с ней просто будет вот кайфовать, жить, цвести и расцветать, понимаешь? А с тобой он просто чахнет. Вот возьми цветок, который не любит солнце, поставь его на солнце, он тут же загнется. Вот так же твой мужик, понимаешь? А возьми цветок, который любит холод, поставь его в холод, он расцветет. Вот это твой мужик, понимаешь? Ты была солнцем, но ему не подходила. Она была льдом, и она ему подошла. Поэтому не в красоте дело, душа моя хорошая, а все остальное приложение.